Я вас приветствую, дорогие зрители. С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Сегодня хочу предоставить вам очень хороший вариант 2+1. Квартира под ключ. Находится она в районе Тосму, недалеко от моря, максимум 300 метров и прямо у речки Дим. Значит, здесь природа рядом. Выходите из комплекса, и сразу речка, гуси, утки, кто хочет увидеть их. Вот такая красота. Километр у нас расстояние, береговая зона у речки со стороны района Тосмур и километр со стороны района Кестель. Проект находится в той стороне, видите здание. Я просто спустился, здесь маленький ресторанчик, дядька держит гуси, утки, курицы. Там. В речке есть рыба, некоторые приходят сюда, ловят ее на рыбалку. Так. Квартира очень красивая, большая, 2+1, полностью с хорошим ремонтом. Ну, сейчас сами увидите. Рядом с комплексом ресторанчик, маркеты, вот беседки здесь. Вот такой вид отсюда. Чистая вода. Там наверху у нас водохранилище, известный пикник, рестораны на речке, которые Пынарбаши, там много их, там Гёльбаши рестораны и другие. Итак, здесь вот набережная, отсюда прямо идет к песчаному пляжу, подземные переходы района Тосмур. Я нажму паузу, вот наш комплекс. Проект был сдан в 2008 году. Скамеечки. Я сам по вечерам прогуливаюсь по этой, уличке. Хотел утром снять ролик. Но жарко было. Вот речка. И отсюда максимум 300 метров до моря. Речка. У нас здесь калитки. Тут у нас беседка прямо в комплексе, на территории. Еще одна беседка. Тут зона барбекю. Вот такая зона барбекю. Это один из моих любимых комплексов. Комплекс «Сказка». С такой территории очень мало комплексов в Алане, можно сказать, что нету, потому что здесь горок нету, все напрямую, все линейное. Тут у нас собственный ресторанчик этого комплекса. Там детская игровая площадка, дом для кошек. Вот. Видите, да? Здесь с горками. Не буду снимать людей. Олимпийский бассейн без горок. Интернациональный комплекс. Вот ресторанчик. Фитнес снизу у нас. И теннисный стол здесь еще есть. Здесь огромная территория зеленая. Шезлонги, зонтики. Фруктовые деревья, также хвойные деревья. Вот такой комплекс состоит из 5 блоков. Вот такие красивые цветочки, кто не видел, лисичку. Вот. Открыта парковка именно перед блоками. Там скамеечки. Есть охрана, 7 дней, 24 часа. Ворота, видеонаблюдение. Покажу тоже вам. Отсюда близко к центру города, вот охрана. Вот. Проект называется Riverside Resort. Сейчас поставим машину, поднимаюсь в квартиру, есть пандусы.
Вошел я в здание. Лифт вместимость 4 человек. На этаже 2 квартиры, дорогие зрители. Входим в нашу квартиру. Включаем свет. И вот она, ламинат по всей квартире. Телевизор фирмы Бека. Сейчас посмотрим, какая техника. Siemens. Да, в основном бытовая техника фирма Siemens. Искусственный камень установлен. Столешница. Здесь вид есть на море, есть вид на речку и на зеленую территорию, бассейн. Сейчас все сами увидите. Сторона восток, юг-восток. Так, кухнечка. Ага. Здесь вот такой перегородок сделали. Можно и закрыть эту часть, стороны кухни тоже закрыть, если желаете отделить. Кухню можно отделить от гостиной зоны. Кондиционер фирмы Бека, инверторный. Первый балкон. Он большой. Продолжает в ту сторону. Здесь полезная площадь 115 квадратных метров. Можно минимум 110, 115, 120. Точно сейчас не могу вместе с балконом, так как есть балкончик побольше, чем у других квартир. Квартира угловая, сквозная. Вот глазами море тоже видно. Море видно вот так глазами, как вы сейчас видите. Речка видна. Бассейн огромно виден. Встроенный шкаф у входа. Глубокий. Ремонт не требуется. Заезжай и живи. Первый санузел. Здесь два санузла. ВНЖ по этой квартире на данный момент не получить. Если оплатить все налоги, то где-то налоги выйдут на продавца и покупателя вместе. Если захотите получить вид на жительство по этой квартире, приблизительно 18-19 тысяч или 20 тысяч долларов. Второй санузел. Если просто купите, но там где-то расходы на квартиры выйдут для оформления где-то 1200-2000 евро между ними. Может быть 200-2500 евро цена оформления квартиры. Надо посмотреть кадастровую стоимость ТАПУ. Вот спальня. Сейчас включу. Здесь выходим на продолжение того балкона, который я вам показывал с той стороны. Рядом есть все магазины, которые нужны. Инфраструктура вся рядом, шага доступность. Напротив фруктово-овощной магазин. Можно и на базар не ходить. Здесь второй балкон, но я выйду с другой спальни. Так, вот вторая спальня. Спальня минимум это 15 квадратных метров, другая где-то 17, 18, может даже 20 квадратных метров полезная площадь. Так. Здесь у нас второй балкончик. Вид на горы есть. Вот маркет, вот овощной фруктовый магазин, вот сеть магазинов Шок, напротив сеть магазинов Сеть, впереди сеть магазинов Бим,
пекарня, ну, ресторанчики много. Так вот. Хорошая квартира под ключ. Заезжай и живи. Итак, дорогие зрители, айдат у этого комплекса, это ежемесячная оплата за пользование всей инфраструктурой, зарплата охране и тому подобное, электричество, траты. 2000 лир в месяц, только подняли, как месяц. Цена этой квартиры 185 тысяч евро. Я уполномоченный по этой квартире, также уполномоченная компания. Обращайтесь. Есть также и другие варианты, бюджетные, люкс, премиум, люксовые комплексы в закрытых районах, в открытых районах, под ВНЖ. У меня много вариантов. Также скажу, что есть под ВНЖ 3 плюс 1, прямолинейная, по хорошей цене. Помогаю от оформления документов от А до Я. Работаю на минимальную комиссию на этом рынке. Так что ставим лайк, если вам понравился этот комплекс, квартира. Оцените ее, напишите в комментарии что-нибудь хорошее или плохое. И если вам понравилось, посоветуйте ей эту квартиру вашим друзьям, родственникам. Потому что комплекс один из хороших комплексов в этом районе, даже скажу, что в Алании. И цена на данный момент есть хорошая. Есть и подороже варианты в этом комплексе, и есть подешевле, но ниже этажом, здесь высокий этаж. Также есть квартиры у меня под ВНЖ, также в этом комплексе. Звоните, пишите по номеру. Плюс 90-555-064-91-10. Мы также можем помочь с переводом денег по всей, по всему миру. Там криптовалюта, обменник у нас, рубли там можно скинуть. Ну, обращайтесь, поможем, чем можем. Всем пока-пока. С вами был Агасий, Солнечная Алания, район Тосмур.